Друзья, добрый день. У нас сегодня будет сушка Дельфа. Ну, это любая другая сушка у нас с диагнозом «плохо сушит». Я вам хочу показать, что происходит, когда люди говорят такое понятие, как «плохо сушит». Смотрите, вот это достаем. Вот так вот, аккуратненько. И она у нас действительно почему-то... Ой, даже высовываться не хочет. Странно. Почему же она плохо сушит? Как вы думаете? А, наверное, потому что здесь слой опупеновский. Ё-моё, вы знаете, я такого давно не видел. Сейчас вам назад покажу. Это ж как можно было вот... А, вот сейчас, подождите, я резкость наведу. Это плохо сушит почему-то. Да. Это прикольно. И люди не могут понять, почему она плохо сушит. Оказывается, фильтр забит. Да. Там хоть у нас все в порядке, но здесь более-менее, здесь чистят. Ой, вот так вот. Все, друзья, большое спасибо за это маленькое коротенькое видео. Так что, если у вас такая же проблема, не забывайте чистить все ваши сушильные фильтры, которые есть. Например, вот здесь они бывают еще в некоторых сушках. Ну, это когда как. И все у вас будет хорошо. Практика показывает, что такие фильтры забиваются где-то там за 2-3 сушки. Поэтому при стандартной загрузке каждые 2-3 сушки вы их должны чистить. Все, всего вам хорошего, надеюсь, я вам помог. Счастливо!